Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1350. События дня. Притча 29.19. Словами не научится раб, потому что хотя он понимает их, но не слушается. За 27 августа 2019 года. И обращение. Так, тормозите курсором, а я проводить буду. Какие события? Проехали. Вначале вчера завезли столбушки, которые накануне приготовили. Возле дороги клен убрали, он закрывал место поворота, не видно. Вплотную можно было столкнуться с машинами. А сейчас просвет пробили. И привезли. А машина не очень. Накануне ее перевернули с грузом гороха кверх ногами. С дороги решил водитель подниматься кверху. А там проезд сделали около поля. Прижали траву только он. Ну, неопытно и еще что-то там. Ладно. И на Рыжковский пруд поехали. Стояли там все эти 6 карасиков. Мало. Решили сразу же убрать и перевезти на Камогориху, как батюшка говорил. А здесь стали все подготавливать. Разнесли кривые прямые столбики. И кривые это для городьбы загона скота. Вот так все помаленьку и... Ну, что сказать, с топором руки, пальцы, кисти, все судорога свело. Никак не могу. Пришлось оставить уже после обеда. Ну, вот бьешь все время сотрясение. А вечером богослужение, накануне Успения. Вот так этот день прошел. Еще днем я пошел, Леша установил, что здесь стрелять, рыбу ловить нельзя. Надписи такие тоже заснял у Симаковского кострового пруда. Обошел его, на насыпи не обнаружил следов скотины. Хорошо, слава Богу. И поехал на Камогориху, наши уже поставили там сеть. Посмотрим. Сергей стал копать себе картошку. 5 мешков. Какие они, почем, не знаю.
дал ему мешки. Володя тут все помогает растаскивать в кучу кривые, не кривые столбушки. Такие по 2 метра, побольше, может. Ну, вот так вот день прошел. Вечером еще поехал, увидел там на столбе надпись: на территории деревни курить запрещается. Проволоки нету. Никита стоит. Никита, говорю: Степа, пошел. Отец говорит: нету проволоки алюминиевого. Потом принес. Я привязал. Как раз гороховое поле там убирает жатва. Терентий, Барабаш. Но все это заснято, показано. Вот и день наш прошел. Все на этом, на сегодня.